Привет, комрады. Прошу прощения за бардак в кадре. Ну, тут я мастерю. Вот кое-что смастерил. Это вот полотно лучковой пилы. Я его укоротил. Сейчас оно в футляре. Общий вес в футляре 30-40 грамм. Точнее, весы у меня не показывают. Длина полотна 30 сантиметров. Ну, без 2-3 миллиметров. Вот этим простым полотном я перепилил вот сырой клен. Бревнышко у меня тут было. Дома кое-что мастерил. Вот это вот 13 сантиметров. Пилил я долго, конечно. Клен пилился довольно плохо. Ну, елка, наверное, все-таки пилится в лесу или сосенка быстрее, сухая и легче. Но, тем не менее, просто вам показывать, что вот такая незамысловатая штука запросто может помочь вам добыть дров. Просто советую, ну, носить с собой как вот аварийный запас какой-то на всякий случай. То есть даже если у вас будет просто вот такая пилочка, без дров вы не останетесь. Напилите себе, добудете, не замерзнете. Пилил я долго, да, но дерево было сырое, наверное, все-таки оно пилится хуже, чем сухое. Ну, не знаю. Так что смотрите, решать вам. Вот эта вот простая штука, 30 сантиметров в длину, вес общий вместе с вот этими вот, так сказать, ножными футляром 30-40 грамм. Футляр сделан просто из какого-то пластика. Я вот его согнул вдоль и обмотал за лентой. Ну, ничего сложного, в общем-то. Ну, попробуйте, может быть, кому-то пригодится. Вещь, в общем-то, чисто лихоходская, но может кого-то выручить даже и зимой, в мороз. Человек не замерзнет. Все, наверное. Пока. Заходите еще.